15 ноября – День Павла, назван в честь святого Павла, исповедника, архиепископа Цареградского. Он жил в непростое время, когда православные христиане подвергались гонениям со стороны еретиков, ариан, сторону которых держал и сам император. Павел отстаивал истинную веру и выступал против ереси. Его отлучили от церкви, изгоняли и арестовывали, но он выстоял, возвращался назад, участвовал в соборе по утверждению догматов церкви. Потом был сослан в Армению и удавлен арианами. Становилось очень холодно. На реке появлялся лед, который стоял всю зиму. Поэтому этот день называли в народе Павлом Ледоставом. Святого Павла-исповедника почитали покровителем, моряком российского флота. Крестьяне сегодня начинали готовиться к зимней рыбалке. Они разбирали сети, чинили их. Также проводились различные обряды на удачу. Например, задабривали водяного сладостями и звонкой монетой. Читали различные заговоры. Приметы. Если лед промерзает грудой на реке, это к урожаю хлеба. Если сегодня снегопад, зима будет снежная. Если сегодня безветренная погода, дело идет к морозам. Если алая заря утром, будет дождь или снег. Если вечером, то будет пасмурная погода. Много звезд видно на небе, идут холода. А если звезд не видно, это к снегопаду. Гуси купаются в воде, это к оттепели. Стаи ворон и галок кружатся в небе, к снегопаду. Если птицы тихо сидят на ветках деревьев, к морозной и ветреной погоде.